И всем привет, с вами Каиса, и я начинаю долгожданное прохождение игры Resident Evil Zero. Так, ну давайте посмотрим настройки, звук, стерео, так, громкость нормально все, управление тип А, согласен. Так, яркость, ну я не знаю, пусть будет такая яркость по умолчанию. Так, и мы начинаем новую игру, и сразу на уровне сложности Hard. И смотрим видеоролик. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those R&D people react to this. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Hmm.
путь к спокойствию отрезан. Назад дороги нет. Так, и вот у нас начинается игра. Сразу хочу сказать, что у меня оригинальная GameCube версия. И пользуюсь я эмулятором Dolphin 5.0. Так, вы не закончили осмотр поезда. Так, закрыто. Тут у нас закрыто. Давайте здесь. Багаж разбросан по всему вагону. Сиденья запачканы кровью. Так, дверь вагон-ресторан закрыта. Вы не можете войти внутрь. Окей. Тогда идем в другую сторону. Давайте посмотрим, что у нас есть в инвентаре. Личное. Набор для смешивания. Набор инструментов для смешивания и создания химикатов. Вот как это называется. Так, что у нас? Пистолет. У нас есть пистолет. Так, что у нас есть? Карта, файлы, файлы. Руководство персонажа 1. Давайте прочитаем. Руководство персонажа 1. Помните, значения кнопок могут меняться в зависимости от выбранного типа управления. Просмотр меню инвентаря. Нажмите кнопку Y во время игры. Вы не сможете пользоваться инвентарем в следующих ситуациях. Во время сюжетных сцен, когда вас атаковали при наведении оружия. В меню вам доступны следующие функции. Экипировать оружие, использовать предмет, просмотр карты, просмотр файлов, выбросить предмет и так далее. Просмотр карты. Выберите пункт «Карта» в меню инвентаря. Также вы можете использовать кнопку Z во время игры. Если у вас нет карты местности, вы сможете просматривать только те места, в которых уже были. Обозначение на карте. Синяя комната – ваше текущее местоположение. Зеленая комната – известные помещения. Нейтральный цвет – неизвестные помещения. Красная дверь – дверь заперта. Желтая дверь – дверь открыта. Во время просмотра карты вы можете увидеть список предметов, нажав кнопку А. Список предметов содержит следующую информацию. Оставленные предметы, помещение с оставленными предметами. Перемещение объектов. Вы можете двигать некоторые объекты в определенном направлении. Используйте аналоговый стик, чтобы сдвинуть объект. Также вы можете использовать крестовину. Забраться на платформу, спуститься с платформы. Нажмите кнопку А, чтобы подняться на платформу. Вы можете также забираться на подвижные объекты. Экипировать оружие. Выберите оружие из предметов в меню инвентаря и нажмите команду «Экипировать». Вы можете использовать только экипированное оружие. Боевая позиция. Нажмите кнопку R. Вы прицелитесь в ближайшего врага из экипированного оружия. Атака. Приняв боевую стойку, нажмите кнопку А. Вы атакуете врага из экипированного оружия. Быстрый разворот. Нажмите кнопку B, опустив вниз аналоговый стик или крестовину. Детальный осмотр предмета. Выберите предмет в меню инвентаря, используйте команду «Осмотреть». Так, что у нас еще есть? Ордер на перевозку заключенного 1598А7635. Имя заключенного – Билли Коэн. Личный номер – D-1036. Бывший лейтенант морской пехоты. Возраст – 26 лет. Рост – 181 сантиметр. Вес – 74,2 килограмма. Пункт назначения – база Регатрон. Обвиняется в тяжком убийстве первой степени. Приговорен к смертной казни военным трибуналом 0703. По прибытию на место назначения немедленно привести приговор в исполнение. Командующий базой морской пехоты Самуэль Реган. Так, все. Давайте карту посмотрим. Мы находимся в поезд. Первый этаж. Так, что мы можем... Мы можем менять карту. Что? А, мы еще можем смотреть, какие предметы мы оставили. Здесь... В Resident Evil Zero можно в любом месте выбрасывать предметы. Здесь нет телепортационных и вообще каких-либо других ящиков. Здесь на месте делается. Можно выбросить предмет, потом его подобрать. Так, ну ладно, идемте вперед.
Так, сиденье запачкано кровью. Давайте заходить в дверь. Так, что у нас за записка на полу? А, или это не записка? Ладно, окей, заходим в дверь. This is Officer Chambers from Stars Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that they have set up plants to help out farmers. But as of 2 years ago, when a similar plant was set up, the local government stepped in and took over. Так, и вот у нас первые зомби. Стреляем. Так, давай, падай отсюда. Так, один умер вроде бы. Так, давайте перезарядимся и ждем следующих. Сразу их убьем. А ну уйди отсюда. Пошел вон. Не подходи. Куда встаешь? Ах ты гад, ты еще жив. What just happened? I thought they were dead. Да, но они, по всей видимости... Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Так, закрыто. Так, а здесь закрыто. Так, и здесь закрыто. Окей. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. За окном видна сломанная лестница. Сейчас она бесполезна. Да, нам, по всей видимости, что-то нужно будет сделать. Давайте перезарядим наш пистолет. В принципе... Давайте вот сюда на лесенку поднимемся, посмотрим, что у нас здесь. Какие-то яйца. Вокруг них сформировалась лужа из слизи. Так, антикварный телефон. Провод оборван, его невозможно использовать. Какие-то яйца. Вокруг них сформировалась лужа из слизи. Так, ну это мы читали. Что у нас здесь? Схема поезда. На табличке надпись «Проход в кабине первого класса». Окей, спускаемся обратно вниз. Тут у нас проход забаррикадирован. И опять зомби. Опять зомби. Еще одни встали. Стреляем. Стреляем в этих зомби. Так, давай, вставай. Я знаю, что ты еще жив. Так, ножа у нас нету. Так, Ребекка, отбегай. Так, отбегаем и стреляем. Так, ты еще жив, умник? А ну давай, вставай. Ты чё такой... Ты такой живучий, гад. Так, отлично, он готов. Давайте... Перезарядимся, патроны уходят, да. Так, и следуем дальше. Следуем дальше. Так, что у нас здесь? Ну, тут пассажирский багаж также. Так, ладно, идем дальше, мы направляемся. Следующий вагон. Так, что тут у нас? Снаружи дождь быстро переходит в ливень. Ага, понятно. Так, что у нас здесь? Так, и мы заходим в 202-е купе. Купе 202. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Ничего полезного. Так, а здесь у нас записи пассажира. 14 июля. Сегодня пришли директивы из главного управления. Необходимо провести обследование разрушенной лаборатории в Арклайских горах. И похоже, что за все это отвечаем мы. Команда состоит из двух групп.
Основной состав, скорее всего, уже приступил к изучению останков прототипов и отходов производства. 16 июля. К сожалению, в связи с этой проверкой нам придется свернуть изучение биологического оружия, прототипа образца Y-139. Как и в случае с образцом Y-139, остается множество нерешенных задач. Реакция ракообразных на Т-вирус также представляется весьма интересной темой для исследования. Даже при незначительной дозировке вируса, в зависимости от вида и условий развития, у них возникают частичные мутации, которые при должном контроле можно преобразовать в оружие. Их тело становится необычайно крепким наряду с аномальным распространением внутренних токсинов и развитием интеллекта. Однако резкое развитие панциря приводит к уменьшению его прочности. В частности, важная часть тела, а именно внешняя головная оболочка, становится крайне уязвимой, что представляет собой большую проблему. Велись ли подобные исследования в лаборатории, куда нас направили? Там должно что-то быть, к примеру, данные об исследованиях или образцы, которые могут помочь нам в дальнейших экспериментах. 19 июля. С приближением намеченной даты становится все тревожней. Каждый день телевидение и газеты Raccoon City сообщают о вспышках странных убийств на окраинах города. Возможно, это вирус? Если да, то как он... Нет! Сейчас не время об этом думать. Нужно тщательно подготовиться, чтобы расследование продвигалось по намеченному плану. Так, и вот мы взяли запись пассажира. Так, что у нас тут есть еще? Дождь свирепо стучит по стеклу. Интересно, сколько он продлится? Этого беднягу атаковали во сне. Его тело покрыто слизью. Так, и мы подбираем ленту, печатную ленту. Вот здесь в рубашке. Отлично сшитый костюм. Карманы пусты. Ну да, мы уже ленту взяли оттуда. Так, что, уходим отсюда, больше тут ничего нету. Вот, мы взяли одна лента, одна. Ну и на том спасибо, как говорится. Так, давайте зайдем теперь в купе 201. Посмотрим, что тут у нас. А тут у нас комната сохранения. Ничего полезного. Так, вот еще лента. Отлично. Подбираем. Так, и еще какие-то записки. Инструкции экспертизы. Некоторые места невозможно прочесть из-за пятен крови. В 8 милях к северу от Raccoon City в горах Арклай находится наш центр подготовки сотрудников, закрытый 20 лет назад. В настоящее время идет предварительная оценка возможности восстановления этого комплекса. Первая группа уже отправилась туда для начала исследования, и я хочу, чтобы ваша команда оказала им поддержку. Кроме того, следующие приказы от Остальной текст невозможно прочесть. Так, что у нас здесь есть? Зеленая трава. Отлично. Берем зеленую траву. Так, мы можем сохраниться. Давайте пока не будем этого делать. Чуть попозже это сделаем. А сейчас выходим отсюда и продвигаемся дальше. К концу вагона. Так, продвигаемся дальше. Что у нас здесь есть? Так, багаж. Так, какая-то дверь. Закрыта и не открывается. На двери надпись «Пост проводника». Так, понятно. Так, что тут у нас? Устройство считывания карт. Вероятно, дверь откроется, если у вас будет правильная карта. Закрыто. Так, и что у нас тут? Тело работника поезда зверски истерзано. У него что-то в руке. Ключ поезда. Берем. Билли. Лейтенант.
So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Так, и вот у нас собачки. Первые враги, ну, точнее уже вторые. Стреляем в собак. Так, одна готова. Тут еще одна должна быть. Давайте отбежим. Так, ну давай, иди сюда, шавка. Давай, давай. Оно отлетает отсюда. Так, отлично, убили двух собачек. Так, что еще? Ты скажешь, больше ничего нет. Давайте перезарядим пистолет, патроны заканчиваются уже. Эдвард, ты был таким счастливым всего несколько часов назад. Он что-то держит. Так, отлично, патроны. Мы находим патроны, это замечательно. На теле повсюду следы укусов. Так, мы нашли еще немного патронов. Замечательно. Так, ну что ж. А давайте, давайте сохранимся. Сделаем первое сохранение. Так, надо подумать, что выбросить можно пока что. Так, кстати, что за ключ поезда? Тут что-то написано на бирке. Надпись на бирке «Вагон-ресторан». Ага, понятно. Ключ от вагона-ресторана. Давайте траву выбросим здесь пока что. Чтобы не захламлять наш инвентарь. Да, сохранимся и выбросим ленту. Так, сохраняемся. Купе. Так, я благодарю вас всех за внимание, с вами был Каиса, всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока!